и после дождя начинаем трудовые будни. Самое главное — подготовить площадку. Борис Николаевич смело за это берется. Все остальные просто играют. Борис Николаевич молодец. Борис молодец, Николаевич. Борис Николаевич, привет. Спасибо. Спасибо тебе от имени трудового коллектива. Да, да. А тут непорядок. Сейчас приедут люди из Подольска. Вот я поэтому и готовлю. Будут играть, а то упадут на листве. Я площадку подметаю, подготовлю немножко, чтобы было нормально. Да, чтобы сильные игроки знали, что их здесь ждут. Да, 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 да. Безопасность прежде всего.